грубо кажучи, хворі там нехай на ВІЛ, в нього набагато більше натхнення з'являється, ніж тоді, коли він думає, що він може покласти 2 роки на те, щоб провести дослідження про ляльок Вуду, і над ним посміються, і хтось може скаже, ну прикольно, гарний прикол, чувак. Також ми говоримо про те, що, власне, опозиція говорить про те, що робота над фігньою, вона принесе бажання працювати. Проте ми говоримо про те, що у нас є набагато більше методів заохочення для роботи над якимись корисними штуками. Також нам стверджують, що робота над дурнуватими речами не заважає розвитку. Проте ми не можемо виключати той факт, що, можливо, через те, що якийсь британський вчений досліджував ці ляльки Вуду, він міг би замість цього досліджувати реально важливу проблему, і він міг би точно так само винайти щось дійсно корисне. Так що кажуть, власне, основна лінія опозиції є випадкові відкриття, які трапляються в процесі і допомагають. Точно такі самі випадкові відкриття можуть траплятися в процесі винайдення реально корисної штуки. І ми говоримо, що в такому випадку ми вб'ємо 2 зайців, ми винайдемо і реально корисну штуку, яка задумувалася, і побічно у нас буде щось прикольне. Власне, які цінності у нас тут є? У нас є цінності того, що ми не можемо забороняти науковцям робити те, що хочемо. І, власне, у нас є одна велика штука, яка переважує на наш бік і на наш уряд, те, що наука не повинна розглядатися як розвага. Наука повинна розглядатися як щось, що змінює життя суспільства. Наука повинна розглядатися як щось, що вирішує головні глобальні проблеми людства. В той час, як ми спостерігаємо, що, власне, оцей не дуже науковий підхід до винахідів, тобто винайдення якоїсь дурниці, він призводить до того, що у нас є така штука, як премія Нобеля, яка, власне, веде до популяризації тієї думки, що наука може, власне, працювати не лише на прогрес суспільства, на покращення умов життя, на знайдення комфорту тощо, а й на те, що ну, це просто прикольно. Тобто, ми говоримо про те, що кейс опозиції, він, власне, працює лише на зараз, тому що вони не розглядають, як це буде в майбутньому, коли у нас залишиться купа проблем, таких як Альцгеймер, ВІЛ, у нас залишаться люди, які невиліковно хворі, але що ми робимо зараз? Ми винаходимо ляльок Вуду, які допоможуть нам з начальником. Ну так, класно, а що ми будемо робити в майбутньому з цим? Нам про це не кажуть. В той час, як ми розглядаємо те, що наш підхід зміг би змінити життя не лише зараз, оскільки зараз ми би витрачали наші ресурси економно, а ми дивимося на те, що в майбутньому наше життя стало би набагато комфортнішим і набагато безпечнішим, оскільки ми б вирішували всі проблеми зараз, а не чекали, поки вони стануть настільки необхідними, щоб ми звернули наш фокус з розваг на те, що дійсно необхідно, і на те, що дало б нашим громадянам жити спокійно, комфортно і знаючи, що наука їх захищає. Для заключної промови всього турніру ми запрошуємо аналітика зі сторони опозиції. Ребята, всем привет, меня зовут Егор, и я второй представитель второй оппозиции. В первую очередь хотел поблагодарить всех за игру, это было очень интересно, и тема очень познавательная, и очень противоречивая. И у каждого из нас были свои ценности, которые мы отстаивали. Собственно, какие ценности мы отстаивали? Мы отстаивали ценность времени, которое тратит ученый на изобретение того или иного изобретения. То есть, допустим, если речь идет о изобретении с низким коэффициентом полезности и с изобретением с высоким коэффициентом полезности. Как уже сказал мой тиммейт, в принципе, то когда ученый изобретает что-то с, допустим, низким коэффициентом полезности, то это как какое-то самовыражение для него. По сути, весь кейс оппозиции правительства строился на том, что Ученые не сосредотачивают свое внимание на важных проблемах, которые у нас есть в обществе. Ученые будут сосредотачивать все свое внимание только на изобретении, на исследовании, допустим, тех же кукол Вуду для начальства и так далее и тому подобное. Что в таком случае, об этом сказал, допустим, первое правительство, ухудшится экология, медицина упадет и так далее и тому подобное. Блин, проблемы есть, действительно. И ученые работают над этими проблемами. Второе правительство сказали, что мы должны бороться с проблемами прямо сейчас. Да, у нас есть, допустим, болезнь рак. И что, прямо сейчас мы можем ее побороть, прямо сейчас, единственным вот этим решением? Нет. Ученые годами борются с проблемами. И действительно, в 21 веке уже, по сути, самое элементарное изобретено, и у нас остаются проблемы, на решение которых следует потратить года. Но это не означает, что мы должны подходить к ученым как действительно к какому-то ресурсу, с какой-то такой диктаторской стороны. То есть, только делай то, что мы тебе говорим, только работай над раком и так далее и тому подобное. И ты не можешь, в принципе, заняться, допустим, если ты хочешь в свободное время что-то, допустим, исследовать куклы Вуду для начальства. Реально, тебя бесит правительство, которое вечно диктует тебе, делай то, делай то, делай то. И ты хочешь, собственно, исследовать эти куклы Вуду, чтобы как-то повлиять, допустим, на свое начальство. То есть, по факту, это плохо не будет влиять ни на тех, ни на других, потому что параллельно ученые будут работать над проблемой, которую решить нужно, и параллельно будут как-то самовыражаться. Допустим, хотелось бы отметить, что, опять-таки, как сказал мой тиммейт, пенициллин изобрели абсолютно случайно. Или хотелось бы отметить, нужно такие ситуации всегда исследовать на примерах. Допустим, Эйнштейн изобрел теорию относительности, когда работал бухгалтером в конторе, и при этом он исследовал теорию света вообще, которая никому не была нужна. То есть, по факту, теория относительности изменила и перевернула мир в целом, но когда Эйнштейн изобретал, ну, он ее нашел и пришел к ней, когда изобретал то, что совершенно уже не нужно. Теорию света раньше разбирал Ньютон. И также хотелось бы отметить, вот вторая ценность, на которой мы сегодня играли, это материальные ресурсы, которые тратятся. Ну, по факту, не все ученые, современные ученые, имеют множество материальных ресурсов. Тот же Леонардо да Винчи, о котором указывала наша оппозиция, он не имел вообще никаких ресурсов. У него не было денег, он был беден, но при этом он занимался тем, чем хотел заниматься. Его никто не ограничивал. Не было какого-то правительства со стороны, которое диктовало ему, допустим, заниматься тем-то, тем-то, тем-то. И имея вот эту свободу, как сказал мой тиммейт, имея эту свободу, он изобрел множество вещей, которые, собственно, перевернули мир в целом. При этом он еще успевал заниматься искусством и так далее и тому подобное. Также хотелось бы отметить, что мы играли на том, что по факту вот первое правительство указало на то, что будет распыляться потенциал ученых. Ну, в принципе, ученые сами знают, для чего и что они делают. И даже если взглянуть, например, с инфослайдов, то действительно изобретение, тогда, когда Ик себя превратил в огурец, ему, в принципе, помогло это изобрести экзоскелет, который, в принципе, решает очень множество вопросов в современном обществе. Также хотелось отметить о том, что мы говорим о значении изобретений с низким коэффициентом полезности, в принципе. Мы не утверждаем, что, допустим, исследования тех же кукол Вуду на начальство, они имеют офигеть какое значение. Это правда. Но они имеют значение для того ученого, который он это исследует. Ну, то есть он понимает, но он хочет этим заниматься. То есть, ну почему? Для нас самая главная ценность, в принципе, это свобода человека, свобода его самовыражения. То есть если он хочет в свободное время заняться этим, я сомневаюсь, что исследование тех же кукол Вуду требовало каких-то там огромных капиталов, вложений с правительством. Может, он вообще этим самостоятельно занимался, вполне вероятно, в принципе. И такие ученые, именно такие ученые получают подобные премии, премии Шнобеля. И вообще, существует вот эта премия Шнобеля, и что? Ну, то есть, да, допустим, она привлекает внимание, она просто подчеркивает факт того, что есть такие изобретения, которые имеют низкий коэффициент полезности, но при этом это не означает, что ученый теряет какой-то свой большой потенциал. Если, допустим, говорить об вот этом британском ученом, который исследовал вот эти куклы Вуду, например, то это вовсе не означает, что этот ученый имеет огромный ум, который он мог бы сосредоточить, допустим, на лечении рака или ВИЛа, например. Мы не знаем, мы не можем это гарантировать. Мы не должны подходить к людям как к ресурсам. Мы, в принципе, представляем общество, в котором мы все равны, у которых должно быть свобода самовыражения, свобода действий как таковых. Мы не можем гарантировать, придет человеку в голову идея, как решить рак, или не придет. Потому что человек должен прийти к этому самостоятельно. И множество действительно исследований, как показывал об этом мой тиммейт, они были изобретены случайно во время другого мыслительного процесса. Ну, допустим, как с примером к Эйнштейну. Также, в принципе, мы играли на том, на чем, в принципе, будет фокусироваться правительство и мир в целом, и что наука, она не должна быть восприниматься как какое-то развлечение. Блин, это правда, но наука не воспринимается как развлечение. То есть мы все знаем, что у нас есть болезни, мы знаем, что у нас есть проблемы, и мы с ними боремся. Но при всем при этом, в принципе, это не мешает нам создавать 10-е iPhone, 12-е, может быть, 8-е и так далее. Понимаете, это тоже та же сфера развлечений. И согласитесь, iPhone 10 что, имеет огромный коэффициент полезности в современном обществе? Ну, в принципе, нет, наверное. То есть еще следует разграничивать то, когда люди хотят получить клик, которые хотят получить пользу и принести пользу для всего общества. А польза — это для нас самое важное. И пользу может принести ученый только тогда, когда он работает самостоятельно, без какой-либо диктовки со стороны. Спасибо большое. Дякуємо всім гравцям за допомогу. Коли я суддів, видаляється для прийняття рішення. Так, до всіх раунд пропонується потиснути одна за цей непростий і дуже цікавий раунд. Через 15 минут в этом раунде будет время. Да. 20. Ну, 5, хорошо. Так. Что это такое? Почему так мало? Судьи ушли выносить свой вырок. Кто же будет победителем, мы узнаем через 5 минут. Stay tuned, guys.